82-й год, сентябрь, заканчивается сентябрь, да? Да. И дальше Олимпиада. Ну, сборная СССР, естественно, фаворит. Ну, состав видоизменяется много. Карпов, я, Логаевский. Появляются уже Юсупов, Белявский. И Таль, мне кажется, все-таки еще. Да, да. Еще Таль. Вначале какой-то разговор идет о том, значит, кому играть на второй доске, как бы так-то так, проверочный такой, на всякий случай, но потом как он затихает. Вот. А, и, в общем, как естественно, как иначе может быть, в общем-то. Вот, Логаевский вот, перемещает на третью доску, вот. Я, значит, на второй, значит, как бы, ну, подпираю Карпова, то есть шестой перешел на вторую. Вот. Ну, в отличие от Мальтийской Олимпиады, здесь такой нервозности не было. Такое ощущение, что как бы все понимали, ну, явно сильнее. Вот. Но там были новые, как бы вот для меня, во всяком случае, появилась там новая интрига, связанная с тем, что была возможность сыграть с беглецами. Невозвращенцами. Да. Там. Альбурт, Корчной и Игорь Иванов, между прочим. То есть, как бы, ну, понятно, что Корчной и Иванов играли на первой доске, но Альбурт играл на второй. В третьем туре. В первом туре мы играли с Новой Зеландией, что ли, там, ну, там было совсем как-то просто. Вот. А потом в третьем туре мы попадаем с... Он во втором он даже не играл. С американцами. И Лев Альбурт. Он в каком году? В 79-м. Причем в 80-м на Олимпиаде, вот, на Мальтийской Олимпиаде, он играл на первой доске. Он играл на первой доске, и там была целая, как бы, вот такая... Сценка в матче СССР-Америка. Альбурт сидел за доской, значит, ждал. Появляется Карпов, протягивает ему руку. Карпов демонстративно как бы игнорирует ее. Там, Е4 там. Ну, Карпов легко выиграл партию. Я играл с Шамковичем, как бы, ну, там, так как Шамкович спокойно уехал, там никаких проблем не было. Вот, естественно, никто мне дырку в голове по этому поводу не делал. А здесь снова партия с Альбуртом и возникает проблема, что делать, как бы, для меня. А если он протянет руку, что мне делать? Как-то не пожимать неудобно, а пожимать. И, там, мне очень прозрачно намекает представленный ГБшник Кулешов, значит, о том, что вообще-то надо... Есть правила. А правила не пожимаем руки, да? Значит, да. А как Корчной играл в 81 году с Карпом, они не пожимали уже друг друга, да? Нет, они вообще перестали помнить. После Багио, да? После Багио. Да. И я, значит, не знаю, что делать. Я помню, вот мы играем, по-моему, как вот ближе к такой, ну, не к стенке, но как бы вот конец зала уже. То есть, как, вот, он, там был огромный зал, вот, и канатами ограждение было ведущих команд. И мы как бы играли, вот, я не знаю, то ли это был... Не помню. Ну, фактически, это был как бы первый столик. Вот. Хотя, можно считать, было от центра. Потому что там был центр, как бы, вот, с заходом туда. Вот. А мы играли как бы почти у уже другого ограждения. То есть. И для того, чтобы как-то это избежать, вот в этой ситуации, все, значит, я там стоял, как бы, вот, значит, так вот весь, как бы, как будто бы меня это не интересует. Значит, да, ну, и ждал, когда Лёва сядет и сделает первый ход. Я не знал, что на самом деле они втроем уже провели, как говорится, разговор. Значит, Альбурт, Корчной и Иванов. Да. Понимаю, что такая ситуация может возникнуть, и что я могу как сыграть с ними. И приняли решение, чтобы меня не подставлять. То есть никто из них руку мне не протягивал. То есть, чтобы не создавать вот эту ситуацию. Значит, как бы, я этого не знал. Это потом Лёва расскажет. Хороший парень, да, не будем. Не будем, да, как говорится, это самое, да. Карпов, это одна история, Каспарова трогать не будем. Как, если с ним играть, то не будем протягивать руку, садим за доску, делаем ход, как бы ни в чем не бывало, да. Я этого не знал, как бы я стоял в стороне, так, как вот
Будто, значит, я не я, как бы, значит, да, и эта партия не моя. Как бы. Лёва сел, сыграл там D4, там была староиндийская. Вот. Такая сложная партия была. Вообще, я выиграл ее партию, хорошую партию. Значит, я, Подожди, ну а сдача? А, сдача просто... Значит, сдача, да, просто, да, сдал, нажал, сдался, да. Ну там, на самом деле, значит, там, я там ферзя пожертвовал. Интересно, была такая у меня хорошая компенсация. Ну, в общем, потом Лёва пытался какую-то игру создать. Ну, он, в общем, защищался уже. Uh-huh. С какого-то момента начал защищаться. Партия была отложена, потом мы, я помню, с Сережей Макаровичем анализировали, в общем, и, ну, близко к выигранной, но вот у меня там ладья, там, ладья, легкая фигура, и две пешки за ферзя, ну, тут как бы, ну, позиция пешки здесь. А Макарыч был тренер сборной? Да, он сработал со сборной. Вот. А, но Лёва не очень хорошо доигрывал, как бы там, зевнул в тактику в один uh-huh. момент, в общем-то, и быстро проиграл. И складывалась Олимпиада довольно легко. То есть, ну, видно было, выигрывали матчи. Значит, первый раз я сел на первую доску, это с Хюбнером, с матча с Германией. Карпов, значит, соскочил, значит, он не захотел играть, как бы, значит, ну, и меня сажают на первую доску. Я был очень, ну, вдохновлен вообще. Значит, я там даже одел галстук, я помню, знаешь, что это как-то. Вообще, ну, обычно я это не делал в Люцерне. Такая, все-таки Олимпиада, ну, Нет такой потребности, все-таки это не совсем сцена. Здесь я одел галстук, все. Значит, я прибегаю туда, но я забыл свой... Бэджик, да, забыл. И меня не пускают. На партию? Да, по партии не пускают. Значит, хочу на меня играть, надо... Меня не пускают, говорят, бэджик, ну, как швейцарский какой-то стоит. Да. В общем, кончилось тем, что какой-то там... По-моему, кто-то из африканцев, значит, тот вопрос. Меня пожалел, дал свой бэджик. Бэджик у африканца, да, проник. Прошел на партию. Ну, разочарование сильно было, потому что я думал, сейчас борьба будет там. Но Хюбнер там, когда в Старендийске пошел, да, все жестко просто, знаешь, без всяких. В общем, партия кончилась ничью быстро. Ну, конечно, главным событием Олимпиады для меня стала партия с Корчиным. Кстати, на Олимпиаде мы, в общем, довольно как бы, ну, у нас были очень отношения хорошие с Белявским. Интересно, что вот как раз именно жеребьевки будем рядом сидеть, как раз, и вот неожиданно выяснилось, что нам потом матч надо играть. Mm-hmm. Партия с Корчиным — предыстория такая, потому что, естественно, уже команда оторвалась, как бы, mm-hmm. вопрос о победе не стоял, но все равно, как каждый матч, там, принципиальные партии, значит, и нам попадает сборная Швейцарии. И мы черными на первой доске. Uh-huh. Как бы, я ничего не говорю, жду, как бы, что скажет руководство команды. Мне говорят, вот, Анатолий Евгеньевич играть как-то не желает. Вот. Я говорю, ну, хорошо, не желает, значит, ну, первая партия с Корчиновым. Вот, да, значит, там вот этот Кулешов сидит, ГБшник, который был, и Кройюз. Значит, да, значит. Да, но вы должны помнить, в принципе, что, конечно, руку Корчиновым пожимать не будете. Я говорю, нет. Если он протянет руку, я бы пожму руку. Как вообще, вы имеете право вообще? Не хотите, не надо, я не буду играть. Угу. Пусть Полугаевский играет. Ну, Лёва там просто уже там начал затрясся от ужаса вообще. Значит, как бы, значит, в общем, его начали откачивать, в общем, как бы. И... Выхода нету. Карпов, естественно, испарился, его нету, значит. Полугаевский лежит там в бараке, это вообще перспективы игры, значит. Я должен играть. Вот. До практически самого начала партии меня Кулешов вез на партию, который представленный ГБшник был в команде, но он с Карповым работал. Вот. Он вел со мной воспитательную работу. Угу. Я его послал. Опять, я же не знал про договоренность, которая была. И если смотреть на фотографию, в принципе, ну, я не знаю, видео вряд ли кто-то делал тогда, то происходит следующее. Корчиной буквально чуть-чуть опоздал, и он подходит к столику, значит, в принципе, и я приподнимаюсь, вот такой ага. я... Но он тоже не знает, что я готов пожимать руку. Да. И он, несмотря на меня, чтобы опять не ставить меня в неловкое положение, он садится, быстро говорит D4, и потом записывает. Значит, вот. Ну, вот, я всегда помню, когда я начал приподниматься просто уже, потому что для меня это тоже был, знаешь, как бы мой политический стейтмент. Я, конечно, честно говоря, не думал, какие последствия будут у этого, потому что партию-то я мог и проиграть. Вот. И, в принципе, как раз
на этот карпу рассчитывал, потому что, ну, как все-таки играть черными с карточным. В 82-м году, ну, как, ну, реально второй шахматист с мира был на тот момент. Вот. Белыми он играл намного сильнее, чем черными. Mm-hmm. Вот. И это был тот случай, когда как бы, значит, меня пытались подставить. Но всегда, да, не рой яму другому. На самом деле, эта партия, она вообще много изменит. Ну, как минимум первое последствие, что я Оскар получил. Mm-hmm. Оскар — это результат этой партии. Это mm-hmm. Я потом помню, после партии уже Дима Донской, который там был фотограф, он ко мне подошел и сказал: получаешь Оскар. Говорю журналистам, что партия произвела такое впечатление, такой фурор, что как бы, что... Вот. Но, как бы опять, Карпов видел другой сценарий, потому что, ну, он трудом представлял, что я могу выиграть у Корчнова, но меньше всего, конечно, я не могу представить, что партия станет такой... Событием. Реально станет событием. Значит, вот. Значит, Корчнов пошел D4, значит, конь F6, там, C4, G6, G3. Вот, значит, я пошел, слон G7 там был, да, значит, слон G25. Да. Я, кстати, там начали белые, ДЦ начали играть белые здесь. Такой ход начали делать. Вот, значит, ну, D5, конечно, качно пошел, D6. Конь C3, рокировка. Конь F3, E6. Значит, ну, бино не получился здесь такой. И ДЦД, А6, да, я пошел, по-моему. А6, А4. А6, А4, да, да. Ладья E8. Ну, сейчас я слон А4 стали играть. Ну, качно пошел конь D2, конь D7. Ну, вот такая табия. H3. Ладья B8. Вот. Конь c4. Ну, здесь можно ходить. Мы с Магерамом смотрели позицию. Ходить можно конь b6, кстати, это нормальный ход. Конь a3, слон d7, да. Ну, более острый ход конь e5. Конь e5, конь a3. Вот. Конь h5. e4. Вот. Ну, здесь есть такая была древняя теория, как бы f5, e, слон f5, g4. Слон G4, АЖ, ферзь H4, ЖЭШ, ладья F8. Там Копенгут анализировал эти позиции. Конь C4 здесь белые должны пойти, отвлекая. Конь G4, надо давать ферзя. Ну, компьютер показывает, что есть ничья, скорее всего. Вот. Ну, современные компьютерные анализы. Вот. Также, по-моему, есть ход, здесь есть ход. Слон D7 здесь есть ход такой тоже. Это уже интересно. Современная. Современная теория, там, белый, по-моему, опять ходит, там, вот, как бы, в общем, ну, тут на самом деле, много чего, как говорится. Вот, но я сделал ход, который, значит, тогда он такой, и появился, ладья F8, то есть черный готовится к F5, значит, ну, ставит ладью, возвращает ладью на исходную позицию, тогда, по-моему, ладья F8. Да-да. Ладья F8. Вот. Но Корчнов готов был к этому, значит, да, значит, там, король H2 пошел, значит, король H2, да. Король H2, F5. F4. Ну, так вообще выглядит с виду плохо черным, потому что коня напали. Другой девушка, конь уходить не обязан. В самом деле. Mm-hmm. Потому что здесь как бы всегда там взятие, там появляется сильнейшая, ну, атака. Я пошел здесь B5. Да. Вот, B5, это вот как раз вот, ну, вот как мне казалось, вот, я помню, какой-то там был вариант, который... посмотрел, ну, остро, интересно. Ну, на самом деле, в принципе, не корректно это, но, с другой стороны, начинается новая игра. АБ, конь АБ5, ФЕ, черные бьют здесь. Ну, коня брать здесь все время хорошо, потому что после слон Е5 начинает все трещать у белых. Вот, ну, короче, бьют А4 просто здесь. Слон Е4. Вот. Выясняется, был, наверное, да, доволен собой. Да, ну, я пошел слон Д7 здесь, на самом деле. Начинается игра вот с этим, с висящим конем. А здесь, как у меня, вот, я тоже описываю момент, потому что как раз гроссмейстер Кин появился, в принципе, вот, ну, да, вот в этой позиции. Появился в зале, значит, в принципе, он посмотрел. Ну, как белый уходит конь А3 здесь, после конь Д6, по-моему, ладья Б6 очень хорошо. Угу. Как ни странно, в общем, сам тут на коня нападает. Опять, брать его... из-за слона Е5 не очень хорошо. Поэтому, в общем, здесь конь неожиданно застревает. Вот. Значит, Корчнов уходит назад, как бы. Вот. И я пошел ферзь Б6 тут. Продолжаю, как бы, свои... Так, в этот момент Ким появляется в зале. Посмотрел на позицию. Плохо, говорит, Каспаров. Говорит. Не тянет сейчас. Сейчас конь должен уходить. Конь С4. Безнадежная позиция.
очень кисло. Потом он смотрит на доску еще раз и понимает, что ход-то не черных, а белых. Что ход белых. И говорит, начинаю позицию переоценивать. Вообще-то все не так просто. Ход. Я пошел ладья E8 здесь. Ладья E8. Да, ладья E8. Ход. Вот именно в этом. Ход белых. То есть ход белых, и, в общем, все кажется не так очевидно. То есть, на самом деле, брать коня нельзя здесь. Вот, значит, сильнейший ход, по-моему, ферзь G2 был там. В общем, позиция, на самом деле, плохая у черных объективов. То есть, по-моему, ферзь G2. Вот. Естественно, потом, после партии, нечто похожее на партию с прибылом было. Там тоже обсуждение активное. Снова пытался. Там, Карпов, конечно, пытался доказать, что все это плохо. Вот, значит. Ну, ход ферзь G2 я не помню, когда нашли. В общем, он, скорее всего, ставит под сомнение, потому что белые просто как бы укрепляют позицию. В общем, ну, ресурсы черного тоже не бесконечны. То есть, как бы, уже все улучшили. Все фигуры поставили, значит, только ферзем куда-то можно ходить, но не очень получается. Но на самом деле, как бы, это все хорошо говорить сейчас. Знаешь, вот мы сидим там, ферзь G2 пойти, да. Да, но Корчной начинает такой, уже видно, нервничать, потому что сама... Вот я потом понимаю, что вообще висячий конь, так вообще с ним, по-моему, никогда не играли. Конь стоит уже там сколько-то ходов, и он его не может забрать. То есть, мне кажется, психологически начинает действовать. Как это так вообще? Вот это стоит так нагло просто конь, и он смотрит на него, и что-то вот не получается, значит. И он допускает здесь серьезную ошибку. Вот, он ходит слон d2. Ну, во-первых, время уже идет, потому что партия напряженная, идет время, как бы. Ситуация такая, она как бы накаляется. Вот. И, конечно, допускает эту ошибку. Значит, но я сразу понимаю, что что-то случилось, потому что неожиданно черный забирает пешку. И выясняет, что на ладья b1 просто ходит. Пусть конь f3, белые разваливаются. Все валится. Все разваливается. Все разваливается. То есть ферзя поймать нельзя. Вот. А так белые просто сдали важнейшую пешку. На самом деле, вся позиция теперь проваливается. То есть, значит, ну, как всегда, ошибки, знаешь, в одиночку не ходят. И в этот момент Корчной, ну, теряет контроль за игрой уже. И не выдержал, в общем, решил эту коня снять. Ну, это сразу проигрывает партию, в принципе. Ну, позиция у белых уже хуже. Нам там, погнать ферзя надо было, но, по-моему, там ладья... Сейчас... А нет, и не был ход конь c2 здесь. Вот, был ход конь c2, мне кажется, который позволял поддерживать, мне кажется, равновесие. Ладья a2 нормально, конь c2 нормально. Нормально, да. То есть, ну, позиция еще... Она, скорее всего, была позиция здесь такая, динамического равновесия была. Uh-huh. То есть, была борьба, то есть можно было... Ну, белые еще не проигрывают. То есть нормальный ход ладья a2 или конь c2, и, в общем, борьба продолжалась бы. Но он тут решил уже, как говорится, во все тяжкие побить на e5. В общем, очень плохой момент, потому что теперь, значит, после слона e5... Все начинает разваливаться. Слон e5, значит, Корчной ходит конь c4. Вот. Но здесь мы ходим конь bg3. Вот. Настало время. Настало время нанести удар. Значит, ладья bf8. Ладья bf8. Ферзь e1. Вот. Ну, тут я понимаю, что, в общем, вот должен быть какой-то выигрыш. Уже. Там сразу не видно, как. Я бью конь e4. Король g2. Теперь у черных уже материальный перевес, но тут все висит. Здесь я пошел в ферзь c2. Да. Да. Ладья f2 выигрывал, да. Ладья f2, ферзь bf2, слон bh3 шах. Выигрыш был. Вот. Значит, но тут я начинаю тоже нервничать. Как бы вот победа близка уже. Да. Ферзь c2, значит, я хожу. Конь взял e5. Да. Вот. Ну и здесь я вижу выигрыш. Здесь конь bd2 выигрывает сразу. Угу. Сразу выиграл конь d2. Конь d2, конь bd7, значит, да. Конь f3 шах, по-моему, да, здесь? Конь f3, ферзь e2, ферзь сделал c3. Да. Ферзь бьет c3, вот, ферзь e6, ну, тут ферзь e6 шах, там, король просто уходит, да, вот, нет. На конь f8, конь f8, по-моему, конь h4, да, здесь? Ну, да. Ну, в общем, выигрышей было много здесь, как бы, да, ну, не один был, вот. Но тут я, значит, делаю ход, ладья f2. Шах, ход плохой, значит. Ферзь bf2, конь взял f2, ну, как ферзя заманчиво было забрать. Но на самом деле здесь проблема возникает, значит, здесь белые пошли ладья a2. Да.
Неожиданно выясняет, что все не так просто здесь. Как бы там белые фигуры тоже очень расставлены хорошо. Значит, и я пошел здесь. Ферзь F5. Да, правильный ход. Но слон H3 нельзя ходить. Слон H3 был не очень хорошо. Значит, я пошел ферзь F5. Конь D7. Я пошел здесь... Конь D3. Да. Конь D3, да. Но здесь... логично. Все логично, да. Он пошел слон H6, да? Вот это не да. Нет. И это плохой ход. Это плохой. Да, плохой. Надо было шах давать, по-моему. Да, здесь? Да. Шах, король G7, король ладья A7. Ладья A7. Вот здесь получалась ничья. Если я не ошибаюсь. Здесь получалась ничья. Потому что после ферзь F2, король H1, ферзь BD2. Угу. Я потом вот здесь конь E5, шах, король F8. Король F8, ладья А8, шах. Да, ладья А8, король А7, ладья А7. Естественно, да, вот шахи да. Такие даются здесь. Такие, да. Так. Теперь нельзя ходить, сюда нельзя ходить, потому что конь B5 и забираем это самое. Угу. Вот, нет, да. вот это была ничья. То есть вот именно с коней E5, шах. Угу. Вот это, значит, потом ее... Время пройдет, когда мы найдем это. Именно вот такая вот удивительная ничья, что черный король не может пройти, как-то такая этюда, нигде. Все поля на выход, это F6, G5, B6, везде будет вилка коневая. То есть, да, вот такая ничья получалась. Я там что-то там анализировал, как бы, но до конца этой вот... я вспомнил. Я анализировал позицию, значит, мне казалось, да, здесь, вот здесь, так. Во время партии? Нет, потом. А потом? Я даже показывал потом в Москве, по-моему, в Центральном доме литераторов, там собрался кружок такой, любитель шахмат. И мы анализировали эту позицию, значит, да, и я, значит, тогда... Я не нашел вот это, то, что можно зашаховать, тогда еще мы не видели. Смотрели вот этот вариант, я вспомню. Конь D6, король B8, ладья B7, король A8, конь B5. Вот так, белые. Вот. И тогда черные выигрывают. Значит, конь F2, шах надо ходить. Король G1. Сюда это конь E4, шах. Так, король взял, король H1. Ферзь бьет D5, король H2. И ферзь бьет B7. Ну и, в общем, выигранный эндшпиль получается. Вот. Но потом, как бы, ну, естественно, машина быстро указала. Мне сообщили, что на самом деле красное дело ничью. Вот, то есть черный выигрыш уже выпустили. Вот, как бы выигрыш вы выпустили. Вот, но все, конечно, легко сказать. Легко сказать. Идет же цейтнот сильнейший. Значит, ну, да. И тут конечно, пошел слон H6. Да. Вот, ну, что делать? Забрали коня мы, значит. Шах, король F7. И конь E4. Да? Ладья H8. Конь E4 правильный ход был. Да, конь E4 был правильный ход. По-моему, G5, да, здесь? Здесь G5. Вот тут я пишу, вы с Игорем Зайцевым ее анализировали, да? Тут G5, и все-таки черный, мне кажется, выигрывал черный здесь. Да. Все-таки, ну, другое дело, что надо было ход G5 придумать. Вот. Неочевидный, но, прям скажем. Грозит конь G5, там, или... Не знаю, что все равно. Ну, что-то грозит, в принципе. Ладья H8 грозит, в принципе, как минимум. Надо какой-то ход делать. Но G5, все-таки надо открыть короля здесь. Ну, по-моему, белый здесь как бы не получается ничего. Ладья F8, король E7. Угу. Вот, и все-таки черные выскакивают. Ладья H8, такой ход, неожиданно. Что? Нет, потому что ладья H8 здесь, да, вот. Я сейчас перепугался, вообще-то, что это что? Потом вдруг что, флажки висят уже все. Вообще ходов нет, знаешь, вообще ферзь никуда пойти не может. Вообще. Что такое? Да потом понял, что их ход король F6. Ну все, нет, теперь это все, король выскочил. Король выскочил, он пошел король F3, ферзь H3 и сдался. Конь E4 здесь ничего не дает. Ну это уже король убежал, да, все, пошел. Король выскочил уже. Надо было, поэтому как конь E4 был единственный шанс тут, прижать короля еще, да. Ну такие вот, такая эквилибристика, фигура такая. Вот. Партия фурор произвела, на самом деле. В психологическом плане важная была победа, да? Да, была очень важная победа, потому что, ну, как бы она меня опять поводит на новый уровень. Все-таки я обыграл черными, Корчного, вот, в общем, в таком поединке, таком рукопашном. То Карпов, мог бы, мечтая с Корчным, сделал бы ничью черными, как бы ничего бы этого не было. Но захотел проверить, вот такой тест провести. Ну, тест провел. Следующее событие... В Люцерне важное было, это конгресс ФИДЕ, на котором выбирали президента, значит, и Кампомана становится президентом. Mm-hmm. Ну, я тогда за этими деталями не следил. Вот. Ну, понятно, что с советской поддержкой Кампоманас был обречен выиграть.
он, как понимаю, много лет работал вот на это. Ощущение, что Алла Сомсик на что-то еще рассчитывал. И вот и до выборов президента состоял жеребьевка. Жеребьевка президентских матчей. А вот жеребьевка была очень интересная. И жеребьевку проводила Инесс. Когда она была Инесс Бакер, по-моему. Вот. Секретарем ФИДЕ. Да, секретарем ФИДЕ была, да. И я полагаю, что Алавсон, в общем, тоже был в курсе того, что жеребьевка может пройти очень странно. Значит, две, значит, как бы группы, значит, и, значит, там, корчной портиш, реблиторы, Каспаров-Белявский. Мы что, с Белявским сели рядом, сейчас вытаскивать, значит. Я не помню, в каком порядке шел. Первый шел корчной, конечно. Каспаров-Белявский Смыслов-Юбнер. Дальше должна быть жеребьевка полуфинальных матчей. И ее почему-то не происходит, жеребьевка полуфинальных матчей. Вот я, насколько я, вот как я себе помню, это вдруг просто объявляется, что вот одна четверка и вторая четверка, значит, соответственно, полуфинальные матчи будут играться вот здесь. Значит, это корчной портиш, Каспаров-Белявский там, а там, значит, оставшиеся вот, там будут полуфинальные матчи. Портиш спрашивает, а как, а где жеребьевка? Да? Потому что если посмотреть на четверки, они просто несопоставимы по силам оказываются. Да. Корчной, Портиш, Каспаров, Белявский, а там, соответственно, Смыслов, Хюбнер, Рибли, Торре. Да-да-да. Всех туда отправили. В общем, да. И я полагаю, что это как раз была надежда Алавсона последняя. Я не сомневаюсь, что, в общем, он должен был быть в курсе, потому что эта объявка произошла без того, чтобы провести следующую жеребьевку. А в чем интрига, в чем смысл? Чтобы я с Корчным играл. То есть, в принципе, у меня дорога к финалу оказывается сам Белявский. Давай так скажем опять. Какие могут быть наиболее опасные соперники у меня на пути к финалу? Белявский, Корчной, очевидно, да. С Корчным я не говорю в первом туре, потому что я выигрывал, я стою выше. То есть, так как я набрал кучу очков межзональным, то есть я попадаю в первую группу. Значит, я могу только с ним в полуфинале играть. А в первом, кто может быть самый... Вот опять, смотрим на таблицу, значит. Выбор такой. Белявский, Смыслов, Торре и Портиш. Кто самый опасный? Белявский, конечно. Да. То есть вот опять, совпадение за совпадением, но тем не менее, как бы, вот получается так, что я получаю Белявского, а в полуфинале будет Корчной. Что делать, как бы? Полуфиналом, пока, в принципе, сам надо было играть. Готовиться надо было к четвертьфиналу. Возвращение с Олимпиады. Естественно, на Олимпиаде еще одно событие было – Брежнев умер. Там, естественно, всех собирают, сообщают о трагическом событии. Мы когда возвращаемся, легко выиграли Олимпиаду, принимает Павлов. Опять, я таких нюансов не знал тогда, представитель спорткомитета. Но по его виду было понятно, что там это его политические похороны. Mm-hmm. У любимца Брежнева, поэтому вопрос его снятия, он уже был предрешен. Он уходил, он как-то там принимал нас. В общем, был очень грустным. Там что-то вспоминал Брежнева как-то, какие-то у него ударился в какие-то такие сентиментальные воспоминания. Но опять, меня все эти детали там не сильно волновали, Значит, надо готовиться к матчу с Белявским. К этому моменту уже, команда там сформирована, уже, значит, есть Владимиров, работает, Тимощенко. И еще наладили там отношения, временные оказались они с Валерой Чеховым. Угу. Тренер известный. Да, в Москве, как он на матче он помогал. Надо подумать про дебютный репертуар. Тогда я думаю, что-то прикидываю, и тогда сказал Никитину, а может за счет Тарыша начать играть? Изолированная пешка, все. Может, интересно, давай подойдем, посмотрим. Под влиянием, наверное, той книжки, про которую я говорил, Спасский Петросян, матч 69-го года, Спасский, что там очень говорят, защита Тарыша. Сейчас я когда смотрю на эти позиции, мне, конечно, становится страшно, да, но тогда я думаю, а почему бы не попробовать? Динамика какая-то возникает, изолированная пешка там. Теория на тот момент довольно плохо разработана, и поэтому мне показалось, что это будет интересно. И белыми там я ориентировался на d4, значит, и мы даже, опять сейчас страшно подумать вообще, планировали белыми играть в защите Немцовича, планировали играть вообще земель, шаг 2-3. Просто вот так, в наглую. Кстати, так я с Белявским потом сыграю, значит, на
спартакиаде Народова СССР в 83 году, кстати, получил, кстати, хорошую позицию. Опять сейчас такое в голову не придет мне. Вот. Ну, тогда планировали А3, как бы, ну, смотрели какие-то планы, там, с Е3, там, очень главные позиции, mm-hmm. там, очень, ну, нам показалось, что будет игра интересная. Белецкий всегда играл Д5, он даже в Немцу еще не влезал, у него довольно такой был устоявшийся репертуар, узкий, вот он старался никуда не заходить за границы. Вот, то есть. Первая партия я имел перевес, ну, в Москве играли в гостинице «Спорт», вот, снова в гостинице «Спорт». Ну, честно говоря, у меня как-то никаких особых сомнений не было, я уверен. Что... Ну, уже был, наверное, разный класс уже. Нет, ну, Беляск все-таки был, конечно, силен, как бы, но, тем не менее, вот, у меня внутренняя уверенность была, что uh-huh. должен победить. У нас был там вот Карлсбад, как-то он там с B6 играл эту позицию, с CDED, по-моему, слон G5 был, слон E7, uh-huh. E3, он, по-моему, играл так, получалось так, слон D3, B6, F3, слон B7, рокировка. C5. Я пошел куни. Поэтому встретиться в первой, третьей, и потом еще в пятой партии. Uh-huh. Вот, значит, как бы. Первым пошел конь C6, там после слона 6 получил неприятную позицию. Вот. Хотя спасся, но, в общем, как uh-huh. бы. Вот. В третьем пойдет конь BD7, как бы. Я тут неудачно сыграю там ферзь F3, там в итоге будет разгрузка, и партия кончится в ничью. Там. Uh-huh. Довольно быстро разгрузка, он там явно подготовился хорошо, вот, и получается ничья. Ну, а в пятой, про пятую мы сейчас поговорим. Mm-hmm. А после ничьи во второй партии, значит, в первой партии, значит, во второй партии мы играем, значит, он играет белыми, D4. Я сыграл еще Тараша. Имел оглушительный эффект. Лявский, ну, он явно был выбит из колеи, значит, не готов был. Он играет тогда по как бы главной теории, но там, в общем, там ничего у него не получается. И позиция примерно равная, но у меня уже большой перевес во времени. И я довольно последовательно там как бы наращиваю инициативу. И, в общем, в итоге выиграл вторую партию, выиграл черным. Третья была короткая ничья, вот, потому что он uh-huh. смел разгрузиться вот так вот. А четвертая партия, я вот честно не помню, почему я не хотел защиту Тараша. Вот как-то, ну, мне что-то не хотелось, что-то вот. И вот мы обсуждаем, я иду с Валерой Чеховым на партию, вот, и что сделать? Он говорит, ну, не хочется, ну, играй, друг, играй защиту Немцовича, это надежно. Я сыграл защиту Немцовича, как бы. Ну, вот, надежный дает, понятно, но вот, не складывался. А партию Белявский выиграл, хорошую партию, там, получил пожертвовал пешку, получил сильную инициативу. Конечно, я мог там лучше защищаться, но проигрывал. Счет сразу 2-2 становится. В общем, у меня было ужасное настроение. Mm-hmm. Причем там кадр такой сидит, зал пустой, сидит Валера Чехов, так он вот так закрыл глаза, как mm-hmm. значит, вот, что случилось, да, как бы вот. А мы в Москве уже, как бы, у нас там, как бы, появляется база, это посредство Азербайджана. Mm-hmm. Тоже дали возможность там расположиться. Там практически до 93-го года мама там будет жить, mm-hmm. всегда будет номер, то есть, как бы, и... Тоже важно. Появляется место, где можно, в общем... Ну, спокойно себя чувствовать. Да, там можно спокойно себя чувствовать. Ну, в принципе, уже к этому моменту как бы, команда, она, в общем, как бы, ну, имеет необходимый уровень материальной поддержки. То есть от азербайджанских властей. Алиев, правда, уже в Москве, но, как бы, тем не менее, это... Он продолжает как-то участвовать, да, Да, главное, что... Местная власть знает, что как бы надо помогать. Значит, после четвертой партии, помню, брал ли я тайм-аут или не брал. Вот. Мы эту партию анализируем. Ну, зная принципиальность Белявского, можно не сомневаться, что он, да. Значит, я, по-моему, взял, значит, беру тайм-аут. Вот. Партия играет 9 марта, потому что 5-е, день рождения Фишера. Это я тоже помню. И перед партией, значит, Ботвинник приехал. В посредство приехал Ботвинник. Вот. Ну, как там все, значит, поддержать, значит. Ага. Я говорю, Михаил, вот такая позиция, тут идея такая есть, словно в 5. Смотрел, хороший диск. Очень, да, я показал вам, вот у нас будет... Вообще, уровень подготовки, давайте, Михаил Васильевич, тут есть новинка такая. Белявский, значит, просто, вот удивительно, просто он повторяет тупо эту позицию, значит, я не знаю, ну, смотрел он серьезно что-то, вот. Ход слона F5 оказался для него... Неожиданно. Mm-hmm. Вот, значит, на самом деле, объективно ход дает белым. Очевидный перевес.
Вот, значит, ну, и он, не желая как-то там пассивно защищаться, он там пытается сыграть, как бы, там, естественно, там, коня сейчас перевести. Mm-hmm. Но выясняется, что на самом деле после слон g3 черным очень трудно тут раскрутиться, потому что конь c7, белый еще ферзем выпрыгивает на g4 здесь. Вот. Ну, тут самое важное, что, значит, что теперь как бы черные не могут нормально перестроиться. Ну, грозит ладья d1 просто уже сюда что-то валится. Ферзь e8, тогда белый успевает пойти слон d, ну, чтобы ладьон d8 поставить. Слон d7. И нет хода слон c8 из-за e6. Вот, то есть вот это, как бы это основная идея подготовки. Слон d7, Белявский пошел ферзь d8 теперь здесь. Вот, значит, да. Ну, как-то идея, там, может быть, теперь, там, начать ферзя тягать, потому что там, слон подвисает. Но тут, на самом деле, как бы, все довольно плохо вчера. Ладья d1 я пошел здесь. h5. Да. Ферзь h3. h4, да? Да. h4, слон f4. И... Слон g5. Пошел слон g5, Белявский, здесь. Ну, делать. Ну, на G5 вот такой не годится, просто слон F5 можно пойти здесь. Вот, слон G5. Вот. Ну, тут начинается красиво. Значит, здесь я пошел... Слон F5. Слон F5, да, обратно. Ну, возвращаемся обратно. Слон F5, G7, G6. Mm-hmm. Черный ход. И конь E4 теперь. Ну, тут... Подходят. Наши подходят, да, здесь. Значит, слон бьет F4. Еф. Сгорел же он тут ЖФ сыграл. Ну, хоть ЖФ, Белявский, значит, ферзь бьет F5. Ну, да. Вот. Ну, самый правильный ход. Ферзь F5. Нет, мне все равно как бы это требуется всегда сосредоточено. Значит, он здесь должен ферзя отдавать уже, иначе просто совсем плохо. Даже да, король не убежал. Ферзь H4, да, шах. Король H7. Король H7. Потом ладья D8, ладья F, D8. Да. Чухо. Ферзь бьет H4, шах. Да. Ферзь H4, шах, король G8. И F5 я пошел здесь, да? Нет. Нет, ферзь E7. Ферзь E7, да. Ферзь E7, да. Ферзь E7. F5 был сильнее. F5 был сильнее здесь, на самом деле. Вот сейчас у меня рука тянется ходу F5. Правильно. F5, да. Ну, потому что, на самом деле, черных материалов все в порядке, но плохой король, и, как бы, естественно, будут... Белый комбинирует угрозы королю с нападением на фигуры. Поэтому шансов здесь отбиться нет. Но ферзь e7 казалось вообще как бы, что он сразу выигрывает. И тут Белявский находит возможность. Е3. Нашел возможность обострить игру. И ситуация неожиданно становится, ну, как бы, не столь очевидной. Может, брать на c7 нельзя, Е2. А если Фе, то ладья d2 заходит. В принципе, из последних сил черный создает игру. Вот, значит. Здесь, по-моему, как F3 ход тоже, по-моему, выигрывал. Вот. Да. Да, но я пошел ладья E1 уже здесь. Тоже нормально. Ну да, как бы надежно решил сыграть. Вот, ладья E1. Он побил на F2, да, здесь? Да. Побил на F2. Ну, на E2 и F3 теперь просто могут пойти здесь. Тогда пешка... Ну, пешка нейтрализуется. Ладья D1, король F2 просто. Вот, то есть как бы и там... Ага. Ну, так как там какой-то вариант был. Ладья D1, король F2, слон H6, по-моему, да, здесь? Ферзь бьет c7, ладья d8, ладья бьет e2, да? Угу. Ну, в общем... Это тоже какие-то длинные анализы. Да? Ну да, ну, в общем, борьба, конечно, будет продолжаться, если бы она, наверное, была там самым упорным для него, но, тем не менее, все равно проиграна. Вот. Ну, наверное, там в цейтноте уже жутко. Да, он был в жутком цейтноте, Белявский, ладья один, он бьет на f2, но это совсем плохо, потому что так, по крайней мере, были шансы какие-то. После Е в король f2, шах дал, да, здесь? Да, ладья d2. Ладья e2. Ладья e2. Побили. Король. Слон H6, шах. Король F2, да, или F3? Куда там пошел? Король F2. Король F2, да, ну, понадежнее. Конь D5. Конь D6 он сыграл. Конь E6, а ну конь E6 F5, да. Конь E6, да. F5, конь D4, E6, да? Угу. E6, ладья F8, ферзь G5, шах, да? Угу. И там E7, там дальше белый. Ну, просто. Ну, это, в общем, добили. Да. Ну, на самом деле, как бы решающая партия матча, потому что я все-таки вырываюсь вперед. Хотя еще будет там борьба, будет шестая партия будет... довольно сложный. Там я уже сыграю снова за счет Тарыша. Вот. Белявский будет небольшую инициативу иметь, но ничего не смел реально получить. Я там довольно уверенно отбился. А в седьмой очень хорошая была партия, там несодержательная. То есть он сделал ничью. Вот тоже ферзь его гамбит, но он по-другому немножко сыграл. У меня была инициатива, мне казалось, вот-вот-вот, ничего, но он не вышло.
И восьмая партия, ну, тут я уже понимаю, что надо опять сбивать его, потому что Белявский там готовится к Тарушу, может, к Немцовичу. А я играю Старындийскую. Неожиданно Старындийскую, вот, то есть, меньше всего он ожидал, потому что кажется, что я буду там доплывать, плюс один у меня, вот, как бы. А я играю Старындийскую на игру, в общем-то, и он буквально уже, буквально по дебюту там, то есть, он Белявский не сумел как-то правильно, как бы, да, значит, слон е3, я, по-моему, начал с... Да, я начал с хода А6 тут. Начал с хода А6, вот. И Белявский пошел слон Д3, он как бы так он и планировал. И я пошел С7, С5 тут. Вот. Жертва пешки, да? Да, жертва пешки, ну, вообще, как бы, это сам. Но это белый... На самом деле, здесь ДЦ, ДЦЕ5 надо ходить. Потом там портишь, такой ход сделает, в принципе. Вот. А здесь после А6 слон Д3, кстати, конь ФД7 есть ход. Потом С7, С5. Это, ну, это уже потом... Откроется такие нюансы. С5, явно Белявский его не готов такой, к такому повороту, потому что он еще взял, побил на слон С5, ну, после конь С6 уже хорошая компенсация, значит, а после конь Е2, конь Д7, вообще у белых возникают серьезные проблемы. Mm-hmm. Конь Д7, конь Д5, в общем, получают черный перевес, ну, инициативу, перевес, ну, в общем, и я очень уверен, что партию до победы довел там. Ну, с напором играл, ну, Старындийская, мне это понятно все. Mm-hmm. А счет становится 5-3, как бы, ну, все уже там ясно. Матч из 10 партий. Формат был. 10 партий. 10 партий, по-моему, там, потом как-то играли, по-моему. А, да, 10 партий, потом 2 дополнительные, а потом орел-орешка, как с Куслова выиграл в казино. Да, Василий Васильевич, да, ну там Василий Васильевич непобедим был в казино. Высшие силы всегда за него. Значит, 5-3, последняя партия, ну, мне было очевидно, что Белявский попробует сказать волжский гамбит. Он так выиграл Георгиеву. Ну, не то чтобы как бы я сильно этого боялся, но на D4 конь F6 пошел по конь F3. Не надо, да. Явно было Белявский, он как ну, просто сразу, мне кажется, опустил руки. Ну, боролся там, ну, не очень убедительно. В общем, 6-3, я выиграл. Очень доволен. Впереди полуфинал. Я, по-моему, Корчной позже играл с Портышем. Но я понимал, что, скорее всего, будет Корчной. Матч с Корчным, матч там за границей. Вот. Ну, во-первых, уже понятно, что на этот матч мне должны дать возможность вывести команду. И к этому моменту как бы вот такое решение принимается. Вот в 1983 году впервые со мной выезжает мама за границу и выпускает Никитина. Вот, ну, значит, но уже мать с Корчным, ну, там невозможно как бы. Лишить меня команды это нельзя. Кроме того, Алиев член политбюро. И, как бы, уже, что бы там ни хотели делать покровители Карпова, все-таки они должны соблюдать определенный политез. Мы начинаем сбор, там вот Тимощенко активно включается, значит, обдумываем уже дебютную подготовку. Ну, Тарыша я не собираюсь отказываться, но также начинаем работу над ферзевым гамбитом. И с Тимощенко мы начинаем тогда готовить еще каталон. То есть, как бы, ну, новый дебют. То есть я начинаю расширять дебютный репертуар, плюс проводим очень большую работу еще там эндшпильную. Вот, то есть я начинаю там тренироваться, там, в разные эндшпиля играть, то есть там практически. То есть мы, а все это пригодится в Крышном матче. Но на самом деле как бы основные испытания будут потом, потому что значит, мы планируем поездку значит, за границу, а там проводится жеребьевка места, ну, выбор места. 3 заявки на матч поступают. Лас-Пальмас, Роттердам и Пасадена. Ну, у меня как бы вообще права выбора никакого нету. Лас-Пальмас такое, как бы, такое очень просоветское место. Там самый маленький призовой фунт, кстати. Mm-hmm. Потом идет Роттердам, самый большой был в Пасадене. Все эти детали, связанные с предстоящим бойкотом Олимпиады, там, как бы... 84-го года. Контрбойкот в Лос-Анджелесе. Опять, они как бы для меня за кадром остаются. Готовлюсь и, как бы, к матчу. Естественно, что за меня отвечают. Ну, меня формально спрашивают, но как бы, мне четко дают понять, что надо выбирать. Можно выбрать 2 города. Надо ставить первым Лас-Пальмас, а вторым Роттердам. Я, конечно, так вежливо интересуюсь, в принципе. Ну, какой шанс Лас-Пальмас, конечно, не поедет. Почему не писать Роттердам вообще? Один город.
чтобы вообще не было никаких вопросов. Потому что, ну, Пасадан, я понимаю, что никто не хочет, чтобы я ехал. Лас-Пальмаса не будет, потому что там, конечно, играть не будет. Такое очень место просоветское. Mm-hmm. Такое, да, вот. А, значит, поэтому остается Роттердам. Я говорю, не проще написать только Роттердам? Mm-hmm. Мне говорят, нет, вот это есть политический, это самое целесообразное. Вот, как бы. Mm-hmm. И записал Лас-Пальмас, Роттердам. Конечно, выбрал только один город, Роттердам. Конечно, выбрал один город. Я вот, у меня записано два города. Да. Ну, что может быть, вот, логика, какая может быть логика в этой ситуации, в принципе, значит, да? И Кампабанас объявляет Пасадену, который нет ни в одном списке, то есть. Логика высшего Кампабанаса, как это? У Корчнова, значит, первый город Роттердам, а с Лас-Пальмас, значит, наверное, в третьем городе. Там же есть, нет, вообще-то я не возражал в Роттердаме. У меня там в списке вот записано. Ну что вы, значит, мы тут вот честно все, значит, как бы вот у вас один город, у него другой город. И, как я понимаю, это уже часть той интриги была задуманной, потому что полагаю, что те, кто это все проворачивал, знали, что в Пасадан меня не пустят. Кто-то хотел сорвать матч. Ну вот кто-то, неизвестно кто, хотел сорвать матч. Ну потому что на самом деле вот уже начало этой интриги, закрутка интриги, они указывают на то, что был какой-то замысел, умысел, точнее. В чем смысл сорвать матч? Ну, как в чем смысл сорвать матч? Вот сорвать матч, чтобы Карпов играл с Корчным третий матч просто. Сорвать матч, если я не сыграю матч с Корчным, если я не поеду в Пасадену, мне засчитать поражение, Корчной, там, естественно, выиграет финал, и будет третий матч с Корчной Карпов. На этот раз он получит, там, первый раз орден Трудового Красного Знамени, потом орден Ленина, а там дальше там, герой соцтруда. Да, как шутил Аркадий Арканов, говорит, он будет герой соцтруда нашего времени. Значит, я вообще в полном шоке, потому что, а как это вот, как может такое быть, значит, и вот эта логика Кампабанаса о том, что я выбираю город, который никто не назвал, она, в общем, меня вот, начинает напрягать, потому что я понимаю даже, хотя мне там 20 лет, что вообще что-то тут, что-то происходит, что-то не то происходит, может, так не может быть. Ну и дальше возникает тупик, потому что мне сразу дают понять, что никакого Пасадена не будет, значит, я приезжаю, значит, ну, я в Москве, меня там принимает Грамов, новый председатель спорткомитета, друг Горбачева. Mm-hmm. Ну, в общем, скажем так, не самый продвинутый чиновник был. Ну, он был другом Горбачева, и вот это, из-за всех ЦК его продвинули туда. И там делал он, в общем, делал, что хотел. Mm-hmm. Занимался там коммерциализацией спорта mm-hmm. вот... под прикрытием своего старого ставропольского друга. Меня он не сильно любил, как бы не особо скрывал даже это, потому что как бы я тут такой кондовый антисемитизм, он как mm-hmm. бы ну, его не скроешь. Вот. И даже потом, через уже несколько лет, я уже стал чемпионом мира, значит, году где-то в 87-м, когда он там пытался как-то отношения налаживать, потому что все менялось там как бы вот. Он, в общем, начал как бы, мне говорить о том, что вообще-то тут некоторые люди вообще говорили о том, что это неправильно, что чемпионом мира там будет не русский. Начал мне рассказывать в третьем лице, в общем, о том, что... Свою позицию. Да-да-да, хорошо. И он мне говорит, так, значит, у нас есть это сейчас, значит, нам надо решать вопрос, значит, да, вот нас вызывают в Центральный комитет коммунистической партии, значит, вы должны со мной поехать. Мы едем, нас приводят в кабинет. Там Тяжельникова при Андропове выгнали, значит, там поставили нового Стукалина. Борис Иванович. Это какая-то Борис Иванович. Заведующий отделом агитации и пропаганды. Uh-huh. Там, где шахматы. Uh-huh. Вообще весь спорт, но шахматы как бы это ключевой вид спорта. Uh-huh. Вот. Я почему-то какой-то был такой, знаешь, в рубашке, такой веселенький, по-моему, там, с лошадками какими-то. Вообще, ну... Молодой, приехал, да, загорелый такой уже, куда-то весь. В общем, рвусь играть. Приходит в кабинет. Значит, там Стукалин сидит. И сидит там, потом я понимаю, там генерал КГБ, там, начальник какого-то из управления, там, который, значит, отвечает, это, по-моему, генерал Абрамов, кажется, фамилия была. Ну, по-моему, даже не сильно представляется, как будто он ага. сидит, понятно, просто что... Просто сидит. Да, ну, да, ну так, откуда ясно он человек, как бы... Но мне говорят, да, ну вот такая ситуация, вот у нас проблемы. Я говорю, как проблема? А я при чем здесь? Ну, вы же понимаете, есть высшие интересы. Я говорю, меня заставили написать вот про этот. Я вообще хочу матч играть. Ну, вы не можете в Пасадену ехать. Я говорю, а
как я буду? Ну, что, стукали. Ну, молодой, подождет 3 года. Подождет 3 года. А чем? Что делать? Ну, такая вот... Ситуация такая, понимаете, и политически. И вот когда вот сейчас вот там слушаешь там то, что вот Карпов там рассказывает вообще, а вот, вот Каспаров там, там Алиев, что-то вот. Вообще просто вот еще раз возвращаемся, 83-й год. Вот просто меня просто снимают с пробега, причем делают настолько нагло, тупо, примитивно. А для чего это сделано было? Ну, наверное, кому, знаете, как цицероновский вопрос, кому выгодно, да? Вот кому, кто хотел, чтобы меня сняли с пробега? Причем так как понимали, что, скорее всего, за доской снять не удастся, вот выбирается такой способ. Я понимаю, что такая двухходовка элементарная, значит, со всем этим Лас-Пальмасом, Роттердамом, со всем этим жульничеством, с Кампоманосом, который, так, естественно, без поддержки КГБ не стал бы никогда президентом ФИДЕ. Вот. И меня просто вывели за скобки. Обнулили. Знаешь, вот так, это, знаешь, такое обнуление происходит. Mm-hmm. Я в полном шоке, значит. Я понял, ну, что делать? Ну, хорошо. Ну, там мы, конечно, там компенсируем, турниры будут у вас какие-то все. Я говорю, я вообще хочу матч на первенстве мира. Ну, вот. Потом, вы же молодой, как бы, ну, не особенно по этому поводу заморачивайтесь. Я помню, я прихожу домой, маме говорю, мам, у нас это самое. Как бы вообще конец вообще, что такое? Я тут собираюсь играть матч на первенстве мира, меня просто выкинули из цикла. Она говорит, ну что делать? Надо позвонить Гидролевичу. Ну, я ему звоню, там вот помощник Саши Иванов, он меня соединяет. Вот. Я говорю, Гидар Ильич, вот такая ситуация. Я говорю, как это? Он разбирается, что я говорю, ну, я хочу матч сыграть. Вот. А там все идет по накатанной линии. Просто. Там, значит, там Пасадена, я не приезжаю, как бы, значит, без защиты поражения, как бы, значит, вот, как бы, ну, там все проверено. Mm-hmm. А дальше возникает самое интересное дело в том, что так как... появляется как бы, ну, вмешательство еще одной силы, то, значит, в этот момент спорткомитет начинает дергаться, потому что меня как бы уже там сняли, но еще начинают держать Смыслова. Василий Васильевич начинает страшно по этому поводу нервничать. А что происходило у него? Дело в том, что приезжает Кампоманос в Москву. Значит, теперь, значит, приезжает Кампоманос, и там какие-то переговоры в спорткомитете, Кампоманос... Сейчас я уже понимаю, смотрят на них, говорят, ну, вообще-то, в принципе, все же договорено было. Вот. А у них появляется проблема, потому что, как мне потом говорят, в общем, Алиев спрашивает Стукалина, что происходит. Вот. Почему моего земляка обижают? Как раз время, это вот как раз лето 83-го года, Андропов еще функционирует, что очень важно. Как бы, да? Mm-hmm. Потом мне Смыслов скажет, что, вы знаете, говорит, вот, представляете, вот случилось бы это, на пару месяцев позже, и нам бы уже не дали бы сыграть матч. Точно политический расклад понимал. Алиев в большой силе, и Стукалин не готов идти ради Карпова на прямую конфронтацию с членом политбюро генералом КГБ. А вот интрига с той стороны, ну, как бы назовем это так, она на каком уровне велась? Ну, так уж раз, чтобы мы разложили. Ну, опять, как бы... То есть это уровень вот, ну, вот с Кампоманосом кто как бы договаривался? Ну, безусловно, его куратор из КГБ. Безусловно, ну, понятно, что я работал со Стукалиным. Ну, как бы, как работал. Приходил туда. Там, по-моему, еще был этот секретарь ЦК, по-моему, Зимянин его фамилия была. Один из карповских покровителей. Вот я полагаю, что уровень был такой. Но, тем не менее, все равно мы говорим. Секретарь ЦК, заведующий отделом агитации и пропаганды, генерал КГБ, там, заведующий каким-то из департаментов. То есть, ну, более чем достаточный уровень для того, чтобы этот вопрос решить, если не происходит вмешательство члена политбюро. При том же, опять, какое вмешательство? Все, что он говорит, это чтобы мать сыграл. Понятно. Нет, это важно. Вот эта поддержка мне Миша... Карпов сейчас будет рассказывать, что вот заговоры против него были. Все, что происходило, это как вот со стороны Алиева. Вообще-то матч надо должны сыграть. Ну, и начинаются какие-то бесконечные разговоры. Мамонос приехал, значит, там какие-то ночные разговоры. Вот. Они пытались всячески сделать так, чтобы Смыслов тоже сыграл матч. То есть не тоже, а чтобы сыграть. То есть как бы меня изолировать. Но изменившаяся как бы политическая конъюнктура, она заставляет спорткомитет как бы снять обоих участников. Потому что со Смысловым там, по-моему, матч чуть ли не в Арабских Эмиратах, что ли, где-то в какой-то очень жаркой стране происходит. Да, значит. В общем, по существу цикл срывается. И,
И когда я понимаю, что Смыслову тоже придержат, как-то я успокаиваюсь, потому что ну, тут уже с двумя будет сложнее. И Компоманс тоже это понимает. Вот, значит, это какой-то бред. Что это бред, да, значит, ну... Ну вот столкнулись два как бы вот этих там как бы течения. То есть, с одной стороны, уже подготовленный план, который, значит, должен был привести к моей дисквалификации. Вот, как бы, а Смыслов себе сыграл бы с Рибли, и дальше там Корчной бы там выиграл бы финал. Вот. А с другой стороны, ситуация, когда оба советских участника не едут, возникает конфликт, и уже там советские газеты пишут о том, что Компоманс там плохой, там он там, значит, там... Mm-hmm. Ну, опять, вынуждены переигрывать. Да, да. Я был в Москве тогда, там была спартакиада народов СССР, мне там, я не был как бы записан в команду Азербайджана, но мне дали, как бы, мне дали возможность сыграть. Я сыграл с Сталином Белявским, две партии, две ничьи. Были такие довольно-таки интересные партии. Вот. Ну и постоянно ходили там, говорили, переговаривались. Я тогда впервые начал общаться с Карповым, как бы, даже когда приходил к нему домой, вот, там, спрашивал, что он по этому поводу там думает. Карпов Юлию все время, значит, как бы, да, значит, но он не мог показать как бы своей прямой заинтересованности, поэтому, в общем, пытался сделать вид, что он как-то хочет помочь. Вот. Потому что сама ситуация, она как бы возникла, ну, могла только с его подачи, потому что кому еще надо было устраивать вот эту историю с Роттердамом и Лас-Пальмасом? Мне надо что дальше делать тоже, потому что две партии там сыграл, но вообще надо как-то поиграть в шахматы, потому что будет дальше, неизвестно. И тут вот звонок там Милунка Лазаревич, что вообще-то вот турнир в Никшиче есть. Угу. Может быть, мы сам этот подъедете? С удовольствием. С удовольствием. Надо сказать, что вот одним из факторов, который помог эту интригу развалить, это как раз был турнир в Никшиче. На самом деле шахматы всегда помогали. Знаешь, вот как вот тут разные интриги там около шахматной. А потом все переходит на шахматную доску там, и вот тут вот мне удавалось доказать, как бы, что без меня цикл проводить нельзя. Я причем помню, когда, значит, мы играли в Никшиче, и там я там собирал подписи участников. Значит, обратились к шахматистам, да, за поддержкой. За, да? Поддержкой, да, значит, что вот надо восстановить цикл. Верно, и как отреагировали люди? Меня все подписывали, но я помню, Тимман спорол меня, говорит, почему вы не поехали в Пасаден? Я начинаю здесь юлить, что это неправильно было. Он говорит, что-то я не понимаю. Говорит, какие принципы? Какая разница? И, ну, в общем, все понимали, что я не мог нести прямой ответственности за это решение, но мне же нельзя было говорить. Знаешь, как бы это вот значит, такая там, военная тайна. Тайна по решению, скорее. По решению выдавать нельзя. Но турнир в Никшиче, он как бы во многом там расставляет точки над и все. Ну и кроме того, в этот момент как бы еще принципиально появится Корчного. Потому что если бы, конечно, Корчного уперся бы, было бы все непросто. Компоманс, конечно, выжимает там как бы все, что может, потому что надо тоже сохранить лицо. В общем, и СССР идет на уступки. А какая была позиция Корчного? Корчной согласился играть. Значит, единственное, что он поставил условие, чтобы сняли бойкот. Потому что действовал бойкот на Корчного в турнирах. То есть, если Корчного приглашали, то советские не приезжали. А, то есть он до этой ситуации как бы решил... Да, и Корчной сказал, что он готов играть со мной полуфинальный матч. Ну, разумный ход. Вот, да, да, да. Ну, за снятие бойкота. Вот. Компоманс там выжил какие-то деньги из советских. Вот. Значит, и Рейкин подсуетился. Значит, он там, значит, как бы нашел деньги в Лондоне для того, чтобы организовать два матча сразу. Два матча сразу. Опять, важно то, что был второй матч. Вот я говорю, то, что удалось как бы заставить как бы спорткомитет связать два матча вместе, mm-hmm. Практически, ну, не оставило им выбора, потому что двойная дисквалификация, это уже была история, как бы, когда била престижу советского спорта. И там не только как Пасадена, не только Америка, а там уже действовал еще, ну, как бы там. Я думаю, все-таки это Василий Васильевич Смыслов, чемпион мира, ну, уважаемый такой. Ну, понятно, все совпало, все совпало, как бы, значит, и матч начинает вырисовываться, значит, да. Но, тем не менее, как бы, все равно еще все такое подвижное, как бы, надо еще, как бы, разбираться со всем. На турнире в Никшиче, вот, я, как бы, зафиксировал свое право участвовать в матчах претендентов. Турнир был сильный очень, все-таки, ну, там, элитный турнир. Уже старт, как бы, он показал, что, в общем-то, есть форма, есть идеи, то есть, как бы, есть напор. Там. Вот я играл действительно с огромным воодушевлением. И после 7 туров у меня 6,5 очков. Причем там, как бы, партии, хорошие партии. Но самая, конечно, знаменитая партия с Портишем. Вот это будет, это новоиндийская, вот это
значит, который я регулярно играл, Е3. 7 там. Куртиш, да. Вот я С5, рокировка конь С6. Конь С6, слон Б2. Слон Б2, ладья С8, портиш ходит, если не ошибаюсь здесь. Ладья С8, ферзь Е2, да. Рокировка, ладья АД1. Угу. Ферзь С7, да. Ну, там здесь со мной Тукмаков ЦД ходил здесь. Значит, я там делал плохой ЕД, сделал. Ну, после ЦД, в общем, это как бы другая история. Как бы, ну, белых, конечно, перспективная позиция. Я всегда любил это очень. Ну, портиш пошел ферзь С7. Это вот как бы фишка была такая, чтобы, значит, пока черные держат напряжение, они не хотят как бы открывать белым слона. Слона, значит, а ферзь С7 там Е4 играл, по-моему, по-угайски, что ли, с портишем. Вот. Да. Но, на самом деле, но это как бы не совсем то. Е4, конь А5, по-моему, да, здесь? Да, да. И, в общем, как-то черный, ну, слонский туповатый здесь. Вот. Но я, конечно, пошел П4. Угу. Как не открыться здесь. На самом деле, здесь позиция там после конь А5, там Д5 там достаточно неясная получается. Вот. Это вот, ну, в общем, вот. Но портиш, он как бы решил упростить ситуацию. ЦД, ЕД пошел, здесь пошел конь А5. Ну, здесь вот как раз. Это как раз... Я знал, это мы, кстати, готовили уже, если я не ошибаюсь, в 82-м году с Владимиром. Здесь я знал, что пусть конь бьет С4, белый выигрывает. Портиш смотрел, как бы, в общем, понял, что здесь большие проблемы. Пошел Е, Д, Ц, Д, побил слоном здесь. Слон H7, король H7, ладья D5, король G8. Ну, на самом деле, компьютер начинает показывать, что здесь белые выигрывали разными ходами, включая чуть ли не там, по-моему, ход конь D2. Какой-то вообще здесь довольно-то, ну, такие... Да, конь D2, но это... Не, ну, не человеческие ходы такие. Но я помню вот этот момент, я сижу, думаю, смотрю на доску, вот. Ну, человек такой ход не рассматривает, понятно, что сюда... Назад, да, почему? Не, да, назад не ходит. Хотя там создаются там угрозы, ферзь готов выскочить туда. Там, в итоге по линии H будут решающие угрозы. Он даже ладья H5 тоже еще неплохой ход есть здесь. Да. Да, вот как бы. Тут много что выиграется. Да. Ну да, на самом деле... Ну, это сейчас, конечно, легко машина смотреть. Но я смотрю, значит, человек смотрит такой ход, конь E5, ну, куда-то ферзь сюда залезает, как-то очень не то. Вот. Вот я вот думаю, смотрю на позицию, хочется пойти конь E5. Конь E5 слона закрывает. Угу. Так, если конь E5 закрывает слона, а если мы как-то от слона избавимся, то на самом деле. Нет, это, конечно, слон G7, конечно, ход, это, конечно, проблема, что слон за пешку отдается. Но мы же говорим, как трансформация происходит. Mm-hmm. А вот как мы, ход мысли идет. Мы выбираем слона, фигура пешка, но пешка защищает короля. Зато у меня фигура в центр, конь приходит в центр, открывается ферзь тут. Дальше начинает считать вариант. Вот как бы вот из общей концепции вырисовывать, все уже сходится. Как бы, ну вот я до конца досчитать не могу все варианты, но видно, что очень перспективная позиция. Я не выдержал. Хороший слон G7. Портиш чуть-чуть, наверное, со стула там. Ты знаешь, лицо у человека просто... Вот, ну, это не слон H7 и слон G7. Ну, такие комбинации бывают, как бы, но они все-таки... Ну, здесь же не... Бывают в 19 веке. Да, но не с... Ну, не с, ну, в 20 веке бывает. Но здесь же не с шахами. Шах. Тут, здесь просто белый делает тихий ход, конь E5. Вот. На самом деле тоже, кстати, кто-то тоже выигрывает, потому что здесь белый доминирует. Я правильно оценил позицию. Значит, ладья D8, ферзь G4. Король F8, ферзь F5, F6, ну, ход единственный, вот. Здесь у меня были какие-то мысли, там, конь G6 пойти, там, красиво, конь G6, там, король E8, ферзь H5 пойти, ладья D5, конь E5, мат, вот. Но потом я понял, что это там, по какой-то причине не выигрывает. По-моему, есть король F7, что у него ход есть, вот. В общем, это не матует. Вот, ну, надо конь D7 ходить здесь, конь D7, ладья бьет D7. Но должен отдавать назад уже. Ладья D7, ферзь C5, ферзь H7, ладья C7. Я смотрю, я чуть было не сыграл ладья D3. Вот. При том, что портиш, сказать, не видел опровержения. Вот. Ну, наверное, нашел бы просто. Ферзь бьет F2. Ферзь бьет F2. И брать ладью нельзя из-за мата, а король F2 шах, и ладья бьет H7. Забирает, в принципе, сам. Вот. В шахматах всегда можно проигрывать. Ну, это нет. Белых слон там нормальная позиция, но просто ничья будет просто. Вот, на целом. Меньше приполучится. Я, естественно, даю шах уже, король F7, ладья D3. Ну, опять, материал у черных хороший, но вот тот самый случай, когда материал хороший, только король находится не там. Вот это, как я всегда говорю,
Если бы черный король стоял на b7, у них было бы все хорошо. Но совсем на b7 перейти невозможно. То есть поэтому снова, мы снова проводим такую, знаешь, эту, воображаемую линию, делим доску на две части, и выясняется, что, в общем, черные фигуры стоят тут, а король стоит здесь. И поэтому, как ни крути, в общем, королю никуда не деться. Он пошел конь c4, он пытается коня подвести к игре, значит, здесь. Ферзь h7, шах теперь. Нет, ладья d1. Нет, ладья в d1 начинает еще. А мы тут еще важно. Да, еще укрепляем здесь, да. Как бы готовим дополнительное вторжение. Да, здесь конь e5 было, да? Конь e5, ферзь h7, шах теперь. Да. Король f8, ладья d8, мат, поэтому король e6 должен ходить. Ферзь g8, король f5. Вот. И здесь g4. G4, если я не ошибаюсь. Да, правильно. G4. G4, погнали. Король f4, ладья d4, шах. Король f3, ферзь b3. Пришел в гости. Здрасте. Красиво. Ну, опять, партии производили впечатление, наверное, людей, в общем. 6,5 из 7 в 8-м туре играя со Спасским. Угу. Ну, хочется взять реванш, как бы, значит, я тут d4, значит. Спасский снова Сторондийскую играет. Ага. Совсем просто, ну, совсем наглел. Значит, конь c3, значит, я тут... я решил сыграть земь 6, значит, думаю, что... Спасский он теории особенно не знает. Чем конь c6 пошел, конь e2, 6 ферзь d2, ладья b8, h4. Ну, мы смотрели это, в принципе, с Тимощенко, потому что перед матчем с Белявским уже... У меня идей много уже, на самом деле уже там. Дебютное древо разрастается, так, значит, h4. Спасский пошел b5, вот, h5. Но здесь лучше ход e5. Потом, кстати, я там на Олимпиаде в 92 году выиграл партию Логинова. e5, d5, конь a5, там конь g3, там целая теория. Вот, Спасский бьет bc, ход очень так себе. Вот, значит, здесь разные ходы. Здесь ход hfg, конь f4 есть у белых возможность пойти. Вот, такая возможность есть. Вот. Но я решил пойти g4. После этого все это как бы прижать полностью. Спасский задумался и пошел слумбить g4. Ну, кстати, может быть, не так плохо, в принципе, да. По крайней мере. fg, конь g4. Угу. Вот. 3-0. И здесь... Он пошел конь e3, значит, конь e3, ферзь e3, e6. hg. И здесь я пошел... Да, здесь я сделал плохой ход. Ладья d2. Вот. Конь g1 надо было сразу ходить. Реально там замысел черных под сомнение ставил. Вот. Я пошел ладья d2. Вот. Такой ход как крепкий, но если черный пошли в ферзь f6, то... Непонятно, как дальше расположить. Ну, то есть у них была бы компенсация полноценная. Вот. Вот. Ладья d2, но Спасский сделал плохой ход. Ладья e8 здесь. Вот. Я пошел конь g1 теперь. Вот. Ну, теперь уже как бы все ясно. d5 у нас сделал ход. Конь f3. Вот. Бойца безнадежная. У черных тут. Опять, да, по-моему, пошел? Опять сделал какой-то ход. Опять здесь, да. С горем. И здесь я смотрю на позицию эту. Ну, у меня еще времени много уже, все, значит, надо думать, так, ну, это надо пора выигрывать, как бы, значит, я думаю, ну, как-то это надо, у меня фигура лишняя, сейчас мат надо ставить. И что-то я смотрю, ладья h2, значит, ну, как, у нас напрашивается ход, ладья h2, вот, причем там, как бы, белых там, угроза там, даже может быть, уже, там, скажем, допустим, там, ДЕ, конь Е4, например, тут, там, конь Д4, тут можно, там, ладья h8 пойти. Взял, ферзь h6, конь fg5. Просто матует белый. Естественно, еще никаких шахов нету. Так я смотрел, значит, ну, так, вроде сейчас снова. Практически уже сразу ладья h2, то есть, ну, e5 какой-то ход есть. Шах не получается, там здесь конь d5 что-то здесь берет, он как-то, какая-то позиция. Начинаю что-то... И по инерции просто думаю, да, пойду e5. Закрою, да? Закрою, ну, потом... После конь e7 ситуация становится неясной. Слон h3, c5, в черных сразу получается контр-игра. Ну, там, все равно у белых еще там неплохо, но... Ну, потом партию я проиграл в итоге. Проиграл партию. Тотальный шок у меня вообще, как такое вообще могло быть. Значит, я помню, мы там выходим на улицу, там что-то говорим, значит, обсуждаем, значит, да. И вдруг я понимаю, я останавливаюсь, говорю, что ладья h2, e5, что ладья h7, партия закончилась. Ну, у белых фигуры лишние, да еще матовая атака просто вообще. Магия Бориса Васильевича. Магия просто вторую партию такую проиграть. Но
у меня все-таки устойчивость была тогда невероятная, психологическая, даже после такого. Значит, на следующий день я выиграл там черными у Николича. То есть он там, значит, вернулся в свои плюс 6. Ничья с Сталем там, как бы ничья, там с Мансом тяжелая ничья была. Потом выиграл у Тимона при последнем туре, а в последнем еще у Григорьевича. В итоге набираю плюс 8. Вообще, там, плюс 8 такой результат, серьезный результат. А, да, кстати, во втором туре я с Тигром Артановичем играл. Значит, как раз. Я же в итоге сравняю счет с тем и другим. Я начинаю минус 2 с обоими, причем проигрываю белыми, и тому, и другому, и Петросяну, и Спасскому. А потом сравняю счет. Сначала с Петросяном, вот, 2-2. То есть счет одинаковый, 2-2. И потом со Спасским сравняю счет тоже 2-2, но это уже будет позже со Спасским. Это уже будет в 89-м и 90-м году. То есть отыграешь два раза. А, значит, с Петросяном была какая-то, он голландскую играл какую-то. В общем, на самом деле я играл не очень убедительно. Он получил хорошую контр-игру. Даже, как мне кажется, получше стоял. Но потом упрощение, эндшпиль. И начал отложенная позиция у нас. Ладья b8, значит, партия отложена, значит, и доигрывается она вечером после ужина. И мы сидим в ресторане, значит, я сижу, значит, Спасский тут подходит. Ну что, Акимыч? Я говорю, да, я говорю, так как-то. Что-то была она неплохая позиция, но что-то вот так получилось. Сейчас там все, там, простился эндшпиль. А что, говорит, эндшпиль? Я говорю, ну, там как-то приятно, в общем, ничего там, там. Поиграю чуть-чуть, но ничего особенного. Смотрит на меня. А что такое пессимистический? Я говорю, ну, в общем. Он говорит, ты ничего не замечаешь? Я говорю, а что замечать? Вартановича на ужине нету. Ему поэт очень не нравится. Посмотри, ему очень не нравится позиция. Ты знаешь, тут что сильнее, ты тут не думай, там все не так просто. Раз он пропускает ужин, значит, ситуация критическая. Вот. Анализируй. Да, значит, я начинаю смотреть, понимаю, что, в общем, все не так просто, на самом деле, что неприятно. Главное, что вот, ну, еще самому Петросяну вот это вот, то, что ограничение, все вот это. И позиция, на самом деле, не такая простая. То есть потом уже даже смотришь, там, ну, компьютер, конечно, сделает ничью. Вот, но Петросян разваливается очень быстро. Ладья А4 сыграл. Да нет, ход А, вот ладья А4, правильно, он напал на коня здесь, да. Вот. Ну, король Е3. Король Е3 я пошел здесь, да. Король Е3, конь С4, шах. Король F4. Угу. Здесь он допускает решающую ошибку. G5, шах. Да. То есть ход G5, после чего как бы все, значит, ну, вот так король F5, ладья H6, мог бы, наверное, пойти, могут, в принципе. Да, поэтому король G3 вы сыграли. Да. Казалось так, значит, как бы, потом, ну, видимо, смотрел, что я вперед должен пойти, а я хожу назад, то есть король G3. И это решающее ослабление теперь, потому что вот эти пешки теперь защищать невозможно. Угу. Вот. И, кроме того, открылся король черный. Сразу белый начинает создавать атаку. Вот. Да. Ну, что он пошел здесь? Ладья А2. Ладья А2, да. Да, ну, надеялся, может быть, на какую-то контр-игру сразу, конь Е3, угу. Там, значит, напротив короля. Вот. Вот. Скажем, там, например, на ладья B7, по-моему, уже... А вы так и сыграли. Ладья B7 я сыграл. Ладья B7, да, король G6 и H4. Да, по-моему, здесь. Конь F5. А нет, конь F5 сначала. Конь F5 закрыли, значит, все. Вот. А, теперь, да, значит, дело в том, что теперь мы грозим, если уходит конь, то начинаем, да. Начинаем его страшно терроризировать с этой стороны. Вот, значит, он возвращается, но это уже назад. И теперь H4. H4, да. Все, теперь H4, просто белый атаку создает на ровном месте. GH надо ходить. Конь H4, шах. Король G7. Конь F5, шах. Конь F5, шах. Король G6, да. И слон D4. И слон D4. И все. Слон. Он пошел конь D6 тут? Не, он сдался. А он сдался? После конь D6 тут, на самом деле. Просто белый бьют, ходит F4. Угу. Сдался, типа. Просто слон там не может, это мат просто. Просто доминация. Так что вот такая уровень оценки. Да-да-да. Артанович-то ужин пропускает. Позиция сильно не нравится. После Никшича, ну, как бы, уже держать меня как бы в запасе невозможно, да. Важно, что еще в Никшич приезжает Корчной в конце. В конце приезжает Корчной. Специально? Да. На переговоры, да? Ну, как бы зафиксировать все эти вещи, значит. Ну, со мной в Никшиче
значит, уже как бы наш поднинский куратор, полковник Литвинов, несколько лет как бы там ко мне прикреплен. Вот, значит, а с Корчным был кто-то из югославских мастеров был. Цветкович, кажется, фамилия была. Вот, из, вот. А Корчной приезжает еще сыграть, там еще делают блиц-турнир. Герцог Нови нас все везут, делают блиц-турнир. Вот. Там играет, ну, Корчной играет сам, там играет Таля, играет Спаски. Вот. А это мой первый международный триумф блиц в блице был. Значит, я там набрал 13,5-16. Угу. Вот. Выиграл 2-0 Корчного. Форма зверская была, да? Ну, 13,5-16 много. А потом мы ведем переговоры, а это как раз начало сентября, как раз вот сбили Боинг, угу. Южнокорейский. Вот. Ну, и Корчной, как говорится, в этой манере, значит, садится. Это самое, значит, когда... Значит, ну, просто, мне кажется, провоцирующий Литвинова. Вот. Я должен начать с того, что, значит, как весь цивилизованный мир осуждают преступление советской военщины. Это агрессивным тоном. Литвинов начинает трястись вообще весь, говорит, долбан, может быть, мы будем говорить про другие века. В общем, ну... Корчной говорит, ну, хорошо, я матч будем играть, да, значит, да, значит. Вот. А этот Цветкович говорит, а вы только вот молодой человек, а вы что думаете, что Корчной играет, потому что хочет вам сделать хорошее? Считай, что у нас выиграет матч. Вы тут это, особенно не расслабляйтесь по этому поводу. Вот. Ему тоже хочется сыграть, посмотреть как бы. Вот. Ну, в общем, Виктор Львович боец оказался. То есть ему понятно, что он получил какие-то дополнительные там льготы от этого. Вот. Но, тем не менее, он готов был играть матч. И мы обсуждаем какие-то условия там. Вот. Ну, в принципе, уже как бы все выходит на... финишную прямую по организации, потому что Кин в Лондоне находит эти ресурсы, деньги находит. Ну, кроме того, у него уже собственные интересы, потому что у него, как бы, он видит потенциальные возможности в Фиде своей. Вот, и не случайно в ближайшие годы он начинает организовывать там вот этот матч, потом сборная СССР, сборная мира в 84 году, второй матч, потом в 86 году уже первая половина матча моего с Карповым. Матч-реванш. А но в 83-м это вот наш матч. Мы приезжаем в Лондон. Там же играет Смыслов Рибли. Мы там как бы играем через день. Играем в Great Eastern Hotel. Рядом с Liverpool Station. Вот. Ну, туда уже я еду с командой. Полноценной тут. Значит, там руководитель из Азербайджана. Кандидат мастера такой Зейн Аллы. Он был, ну, номинальный руководитель был. Понятно, естественно, Литвинов как бы курирующий все. Вот, и мама выезжает, Никитин, пока еще без Шакарова, и Тимощенко и Владимиров. Уже такая большая полноценная как бы, команда. А до этого, как бы, ну, это же важное событие, я получаю «Оскар». Я получаю «Оскар». Это будет... По-моему, это была осень, потому что мама выезжает, первый раз выезжает в Барселону, на заграницу. Мы приезжаем в Барселону, я получаю «Оскар». Первый раз мама выехала. Вот как бы... Табу сняли. Значит, табу сняли. При этом, я понимаю, там были очень долгие там, переговоры там, азербайджанского КГБ с центральным, потому что, в общем, как мне потом говорили, там, брали под свою ответственность, вот, как бы, что если не вернуться, то вообще там полетят головы, как бы, но они довольно ясно понимали, что никуда я там уезжать не собираюсь, поэтому там, спокойно все гарантии дали. Вот, значит, мы получаем Оскара, возвращаемся, а потом все едем в Лондон.